Сейчас бы танком переехали бы. Смотри, Алена, там. Ничего себе, он сквозанул. Погнал. Полегло. Да, у кого-то какой-то язычек. А что так жарко? Я хорошо, дети как? Это хорошо. Как Стас, Сереж? Как Стас? Стас нормально, он даже не понял как ничего. Как Стас? Блять, я виноватый. Так, говорю. О, какой. А, нет, вот дети едут. Это вот эти две прям нас пронесло. А у нас нет езда такая. Что случилось? Сейчас мы выясняем, кому мы звоним, каким родным и близким. Есть помощь? Давайте разберемся, какие именно. Мы звоним другу Максиму и Виктору. Повезло тебе, чувак. Какашки. Ну повезло тебе, блядь. Как какашки. Пиздец. Ну тебе повезло, блядь. Торопись, у тебя второстепенная дорога. Эх, ни хрена себе! Аварийку включай. Oh,
21. Отдыхайте, да, я еду. Слышно, ты потерял.